Добрый вечер, меня зовут Кирилл, я барменеджер этого замечательного бара под названием Bad Bro Bar. Все пиво делится на две основные категории, это эли и лагеры. Собственно, в нашем баре гораздо больше и ярко представлены эли и, собственно, их подвиды всякие, стауты, портеры, ламбики и все остальное. Много отечественных крафтовых пивоварен, самые флагманские из них – Joe's, Victory Art Brew, Hophead, Hartley, Saldens. Из флагманских сортов, которые все знают, естественно, Joe's American Pale Ale, Атомная прачечная, Blackjack Stout от ID Brewery, Red Machine IPA, Victory Art Brew, Молочный Stout от Заговора. Есть некоторые зарубежные пивоварни, очень хорошие, крафтовые и не очень. Много ламбиков. Тиммерманс Крик, в основном вишня. Тиммерманс Бланш – это чистый ламбик до момента добавления туда фруктов. Петрюс – выдержанный ламбик в дубовых бочках 8,5 градусов, как мы называем, бабоукладчик. Девочки довольны обычно. Welcome to Bad Bro Bar.